Сегодня мы прощаемся с удивительным человеком, Игорем Федоровичем Масленниковым, фильмы которого знают все, не только в нашей стране. Он был замечательным и остается замечательным писателем, поэтом. Я хочу начать с правительственной телеграммы, которая в изобилии приходит в наш сердцах близких и друзей, коллег и учеников, всех почитателей его творчества. Владимир Путин. Мы сегодня продолжаем и прощаемся с историей нашего города. Примите соболезнования от киностудии, от всех наших сотрудников. И опять ему низкий поклон. Спасибо большое за те годы, которые были проведены с ним в союзе. Это действительно самые светлые, самые такие добрые, самые теплые. Выполнил свою миссию и оставил очень большой след. Я прям долго размышляла. Логичнее было бы, наверное, сказать «держитесь за корни». Был, повторюсь, очень талантливым педагогом. Игорь Федорович, спасибо вам большое. Он так и назвал. Смотрите, кто пришел. Люди, которые на фотографии, которые подходили к кино. Он был одним из тех, кто рядом был. Внутренней деликатностью, художественной состоятельностью, дроланика. Таким каким-то теплым, близким и понятным человеком. Что и было сделано, и он, в общем-то, прокатился. Вследствие картины его обладали свойством такого как бы обнуления психики, я бы сказал, исцеления психики. Когда в течение дня обрушивается художественно, совершенно реалистическое, совершенно зрительское, да и коммерческое явление при жизни, что их уже ясно стало, что не забудут. Через 100 лет покажут это. Человеком требовательным. Помните, 20 век начинается. Поразительный. Игорь Федорович, как ваше здоровье? А вы кто? А я Володя Рылов, я писатель. И думаю, что он вместе с нами. Спасибо. К этому произведению я хочу еще раз.